Привет всем, мои дорогие, хорошие подписчики. Хочу вам порекомендовать свой первый канал, который называется «Позитив Вселенная». Тут такие тематики, как блоги, там с чумбочкой приколы, ну, короче, всякие там прикольные ролики. Надеюсь, может, кому-то понравится. Вот плейлисты панки, стихи, обзоры, призы, челленджи. Обзорчики, ну обзорчик там один, обзорчики сейчас на этом, на успешном Сереже. Ну, если вам нравится, друзья, прошу, подписывайтесь. Удачи вам всего. Во всем, мои корефанчики, сейчас начнется ролик. Я обожаю вообще ролик. Привет нам. Привет всем, мои дорогие, хорошие подписчики. На канал Успешный Сережа. Сейчас вам буду делать обзор из секонд-хенда. Сейчас посмотрим, что у нас там прислали. Кстати, на меня мама говорит, и что я заколебал. Что, посылками? Да, саму как. На обзоры делать найду. Найду как-то лучше. Так, сейчас посмотрим, что мне там прислали. Так, все круче, нормально. Посмотрим. Уже радует что-то. Такая вот посылочка и мешочек хороший. Во! Вот такой вот балахон. Слипнот. О, теплый. Теплый балахончик, слипнотик. Такой он. Тут она, ихняя. Лучше, да, слепнот бы написали бы. Сейчас посмотрим, кто изготовитель. Роктерс. Так. Короче, изготовителя нету. Не судьба узнать. Сейчас мы посмотрим, как он будет на мне смотреться. Нормальный как раз балахон, такой слепнот. Кстати, клевая группа слепнот. Сейчас будем смотреть дальше, что у нас там. А дальше у нас вот такой вот шикарный балахон. Канверс. Канверс, да. Все любят канверс. Кроссовки вообще идеально. Да, я как будто рекламирую, как будто меня заплатили. Сейчас посмотрим дальше. Кто это изготовитель? Изготовитель. Мамка сказала хвастун. Какой хвастун? Я обзор делаю. Обзор, чтобы люди знали, где тарить крутые дешевые шмутки, а не переплачивать слишком много. Так, что-то не написано. Турецкая, блин. Сейчас посмотрим, как он. Плотной, блин. Ну, вот такой балахон. Карман что-то зашитый. Что-то маленький, блин. Блин. Маленький балахон. Я гляжу, какой размер хоть. Он был 50. Элка. Чё мне элка маленький? Сейчас XL. Прикольно. Дальше вот такая вот футболка Боб Марли, 38-40 размер, сука, вроде маленький, капец. Изготовитель такой же
как и этот Полохон Слепнот. Родной бог, я ж кубертон маленький. Все торгазы были. Че, как, нормально, да? Вот такая вот майка. Кстати, короче, она там была лучше, выглядела. Ярче. Посмотрим изготовителя. Блять, Турция, заколебала меня эта Турция. Да, они там отфотошопили. Вот такая майка. Ну, ходить или на качалку, так, или по городу. А, вот. Такой, короче, кардиган вообще был копейки. 35 или сколько-то рублей стоил. Че у меня такой, да у меня че однюха был. Спланка, блин. С планком, один с планкой. Один планка, блин. Так. Вот. Дома ходить. Ну и этот балахон. Брателло заказал такой. Балахон, короче. Для брателло. Так, Мадрин Китай. Нет, а? Последний. Мадрин, короче, Китай, блядь. Капец. Ну, она такая, ну, летняя, короче, штука. Нормально. Летняя такая. Ну и все, если вам понравилось, жмите класс, я что-то подключился. Жмите класс, лайки, респектируйте. Всего вам хорошего. И ссылка будет в описании. Или просто задавайте вопрос, где это. Всего пока.